конкурс «Дети читают стихи». Лабиринт.ру. Парижинский Глеб, 8 лет. Так давно, в 41-м, я лежу под корнями высокой травы, что растет над моей головой. В 41-м покинул я землю живых и остался в снегу под Москвой. Я отсюда уйти никуда не смогу, для меня здесь закончился бой. Тот, в котором упал я на красном снегу, на кровавом снегу под Москвой. Как прилив за отливом, закат и рассвет, только я на другом берегу, в том последнем мгновении, которого нет, так давно, в 41-м снегу.